И тебе, да, Валюшка, хорошо. Детки, смотрим сюда. Ну что, очень надо работать. Значит, у нас там много хоровода выходит. Сразу подарки подарили. Подарки подарили. Детям елочки подарили, подарки. Потом добрый Дед Мороз. Потом нарядили елочку, мы в просторном зале. Потом еще. Вот, мы станцуем и споем, ведь Новый год сегодня. Оксана, вы отпустите творение, потом хоровод. А я не буду. Ну, пусть записывай там. Видите нас? Видите нас? О, и где у вас нет мешочка? Мешочек? У нас? Не надо! А булочек? Не надо! Это... Такие все знакомые. Всех я уже знаю. Куда пошел? Какие девушки красивые у вас. И платьица какие-то. С дождиками. Кирилл, встань, пожалуйста, туда. Я тоже красивая. А меня? Что вы делаете? Солнышко. Солнышко, тебя фотографировали. Ой, какое солнышко. У вас Аня, Анишка тут. Тихо. Анишка тут. А я тигр. Я вижу. А я Федя. Федя. Ой, какие дети. А я Леня и Леша. Кажется, год уже. Так, как нарядили елочку, мы просто ждем. Так, так, Лида, Лена. А я волк, я вас всех съем. И я. О, где заяц? Хочу кушать. Заяц, Лиза. Где заяц? Ребята, кто у нас? А я тигр. Я тигр боюсь. Зачем мама тебе это? Тигр волка тоже можно съесть. А я заяц. Зачем тебе мама? А я заяц буду есть. Где заяц? Лисичка. Идет? Yeah.
Елочка, а что случилось? Ты такая ненарядная, ведь сегодня праздник, да ты должна веселиться. Посмотри, какие наши дети все веселые. Что случилось? Я тебе расскажу вам мою историю. Хорошо. Ребята, а мы давайте все тихонечко сядем на свои стульчики и послушаем, что нам скажет Елочка. Thank you.
И заскучала елочка, острая иголочка. Вот лиска из лесу бежит, видит, елочка стоит. Thank you.
эти золотые. Спасибо. Все лежали, мальчики. Все подарки эти мне. Вот и маленький народ приглашает в хоровод. Убежали, мальчики. Yeah.
и погожих ясных дней. Пусть сверкает ярче солнце, пусть сады всегда цветут, пусть не знают горя дети, все счастливее живут. И еще я пожелаю в детском садике своем здоровее и румяней становитесь каждым днем. Спасибо, дедушка. Как хорошо вы, ребята, плясали вокруг елки. А играть вы любите? Да. Любим, конечно. И знаете много игр? Да. Знаем. Ну какие? Ну назовите. Прятки. Прятки есть такая игра. Ракеты умеем играть. Ракеты? Хорошо, вот в ракеты это интересно. В ракеты так. Я прогулок на планете, на такую захотим, на такую полетим. Но в игре один секрет, а подальше места нет. Полетят они? Нет. Почему? Потому что они человек. Так что одного надо. Решайте, кто. Аня последняя. Ну кто? Ребята, кто последний в ракету? Ну кто последний? Ну пускай они уже. Все на кинами. Хорошо, хорошо. Ребята, давайте взяли. Пошли, дядя. Вы что, пошли взяли за руки? Пошли. Ждут нам быстрые ракеты. На здоровье, кушайте, не болейте.
Ой. Ой, ну помоги мне, помоги. А то я старый, не могу справиться совсем. Ой, извиняюсь. Ну, возьми себе, мальчик, конфетку. Ты мне помогал, спасибо тебе. И надо нам два человека. Ребята, кто желает? Кто желает? Когда я скажу, послушайте условия. Раз, два, три, беги. Вы должны оббежать кругом елки. И кто быстрее наденет мои рукавички, у того все желания сбудутся. Дед Мороз, хотя бы одну. Одна девочка одну рукавичку одевает, а вторая девочка другую. Хорошо? Ну, давайте. Не две сразу? Не две, а по одной. Ну, давайте по одной. Раз, два, подождите. Так, поспешили. Ну, ничего. Они просто готовятся. Да, приготовились. Считаем. Раз, два, три. Иди. Идите, ребята. Папа, давай мы с Тамарой фигурной покажем, как надо. Ну, давайте. Идите, покажем. Хочете посмотреть? Да. Так. Сначала угадали желание? Конечно. Хорошо. Машенька, расскажи Деду Морозу. Ну и расскажи. Ой, Маша, я сегодня, да? Вот, давай к гостям. Вот так меня буду слушать. В январе. Много снега на дворе. Снег на крыше, на крылечке. Солнце в небе голубое. В нашем доме топит. Видите? Ты меня слушал. Молодец. Ни с кем братик не встречаешь. Посмотри, красиво, ярко, это дарит тебе зайка. Спасибо. Что-то зайка, наверное, морковочку мне подарил, да?
тебе. А я подарю. Дед Мороз, а наши дети умеют еще красиво писать. Ребята, полетели. Да.
повернулись, повернулись. Еще одно задание. Так, еще одно задание. Где живет он? В самой чаще. Самой-самой настоящей. Там гуляет, там и спит, там детей всех растит. Любит груши, любит мед. Сладкоежкою живет. Мишка! Но всего сильнее. Мишка! Так, Мишка! Кто? Молодцы, ребята. Мишка! Так. Все, Дедушка Мороз, мы все задания выполнили, правда, дети? Да. А что там нарисовано на задании на этом центре? Что это? Что там нарисовано? Ничего. С чем? С чем нарисовано? Подарки. Подарками, конечно. Подарки. Молодцы, ребята, нашли мешок с подарками. Значит, да. Все задания мы честно выполнили, правда, ребята? Так, помогайте, помогайте. Тем более мы снимались по утрам.